Красота, солнышко. Надо идти гулять точно. Привет, мои любимые. Добрый, прекрасный день. Какой вкусный виноград. Вам просто не передать. Там у чувака сверкает что-то. Не видно, а так? А так? Да, он держит телефончик. Это он или она? Или она? Она, да. И у нее сверкает всеми цветами радуги он. Прикол. Не видно на телефоне, но глазками видно. Ну что, мои любимые, пятница. Значит, день. Какая машина? Как в советское время. Значит, день ответа на комментарии. Я сейчас сходила в Пятерочку, сняла свой поход. Я что-то мало что снимаю. Там малявка в желтеньком, как я. Утеночек такой, цыпленочек. Да, уточки тоже желтенькие. И цыплята. Я тоже, вон, смотрите, вся желтенькая. Вот. И мне Татьяна написала. Вот видишь, Ирина, ты ходишь по магазину, и все тебе хочется, а денег нет, потому что ты не работаешь. Если бы у тебя были деньги, ты могла бы купить все, что хочешь. Наверное, никто не может купить все, что он хочет. Даже Ротфеллер, потому что он вообще не знает, чего он хочет. А самое основное — это осознать себя, понять, что ты хочешь. А это знает только Бог. Только он знает, чего тебе, Танечка, надо, или мне, или вот ей, ему и всем. Вот. А мы не знаем. Мы приходим проходить опыт и превращаемся в слух своего ума и слушаем свой ум, что нам надо. Ой, нам срочно нужна машина. И мы превращаемся в рабов этой машины, всю жизнь ее обслуживаем. Ой, нам срочно нужна квартира. И мы всю жизнь свою кладем на то, чтобы выплатить эту квартиру. Работаем с утра до ночи, с ночи до утра. Забываем о себе, вот тех, которые до всего, до мыслей, до желаний, и выплачиваем эту квартиру. А когда мы лет через 15 ее наконец-то выплатили, мы понимаем, что здоровья нет, климат нам не подходит, мы хотим срочно переехать куда-нибудь на юг, или к морю, или к океану, или в какую-нибудь страну, где зелень, фрукты и так далее, и так далее. Вот. А если мы нашу квартиру сейчас продадим, то мы теряем лет 5, а то и 10 нашей жизни, которые мы платили и платили и платили и платили за нее, чтобы купить себе то, что нам надо. Мы все хотим, или большинство из нас хотят, дом у моря где-нибудь, где чистая природа, нет никаких производств, нет никакой химии, нет никакой отравы. Хотим чистое место, чтобы у нас был достаток,
и здоровье, и чтобы наша семья была с нами, и любимые люди, и дети, и внуки, и так далее. Вот. Так что о чем я? Вот все, что бы я ни говорила, любой человек, который слуга своего ума, он любое мое предложение слышит как оправдывание. А я просто высказываю свое мнение, понимаете, без представлений, без чьих-то там нравоучений и так далее. Что бы кто ни говорил, он для своего выбора, для своего опыта здесь, он прав. Если для меня вот это полный абсурд, как вот эта женщина прожила свою жизнь, каков итог? Ну кому нужен этот итог? Кому он нужен, кроме вашего ума? Никому. Может быть, она наслаждается каждым моментом, а вы, глядя на нее из окна, думаете: о, вот сидит, вот ей что, заняться нечем, ей бы идти домой макароны варить, да там что-то пол мыть, да внуков воспитывать. А она, может быть, кайфует от каждого момента, и именно для этого пришла сюда. А вы беретесь осуждать из представлений только вашего ума. Насчет того, Танечка, что я не могу ничего купить, у меня денег нет, а я хотела бы и вот это, и вот это, и вот это. Я все, что хочу, покупаю. Не сейчас, может быть завтра, может быть послезавтра. Не важно. Но самое главное, что я осознала, сколько бы я ни работала, с утра до ночи, когда я работала на заводе, у меня в бригаде были одни мужики. Я работала с 17 лет, потому что мне нужно было поднимать сестричку, которая осталась без мамы, как и я. Мне нужно было платить коммуналку, мне нужно было покупать вещи, потому что сестра росла быстро. Мне нужно было, и нужно было, и нужно было, потому что у меня была ответственность за сестричку и так далее. Даже в 17 лет, если бы я жила одна, если бы у меня не было сестрички, я бы не тратила свое бесценное, дарованное Богом время на то, чтобы работать и свое вот это вот бесценное время божественное тратить на всякие няшки, хотелки и так далее. У меня давно уже нет хотелок. Еще я прислушиваюсь к своему телу, когда мне там чего-то чисто хочется, там, не знаю, как я сказала сегодня, там, виноградика хочется, ну, почему нет, ну, вот я купила, или там чего-то, но это все не настолько важно, чтобы я все свое свободное время тратила на работу. Я осознала, что я не раб Божий, как мне говорила бабушка с детства, так как она была свидетелем Иеговы. Она хочет быть рабом, пусть будет. Это ее жизнь, это ее опыт, а у меня свой. Я сотворец, я что угодно, но не раб и не тварь Господня. Я сотворец по образу и подобию. И я пришла не работать сюда. Я пришла сюда творить, получать опыт от любого момента, от любого человечка, от любого, не знаю, там, животного, цветочка или еще чего-то. Но ни в коем случае не работать, чтобы купить какую-то там крутую навороченную курточку или машину, или штаны, или еще что-то. У меня совершенно другие представления. Я не готова все свое свободное время тратить на то, чтобы делать то, что мне не нравится, то, что я не люблю.
я свободно просыпаюсь, когда хочу, сплю, когда хочу, кушаю то, что мне нравится, а не то, что говорят полезно, надо еще что-то. Вот. Поэтому это мой выбор, как бы вы его не видели, как бы вы его не воспринимали там как оправдывание или еще что-то. Это мое личное мнение.